Венский бал впервые прошел в России. Размах поистине русский. В гостином дворе 60 тысяч роз, специально привезенных из Австрии, бригада кулинаров, возглавляемая австрийским шеф-поваром. Было все. И вальсы Штрауса, и хруст австрийской булки. $2000 за один билет. Поговаривали, правда, что раскупались они плохо, и в последние дни их можно было приобрести уже за $900. Балы достаточно частое уже явление в сегодняшней Москве. Ну и каждый раз они, конечно, в какой-то степени пародия на нашу жизнь, этот бал тоже частью своей не исключение. У Дали есть замечательное определение, знаете, что это вечернее собрание обоего пола для пляски. Но бал, как мы знаем, пляской не ограничивается, это и светское общение, и какие-то деловые контакты, и пристраивание невест, и поиски женихов, как это было в старину. Толпа зевак, ожидавшая увидеть знаменитостей у входа в гостиный двор, была разочарована. Узнаваемых лиц почти не было, кроме ведущего церемонии Святослава Белзы и еще 2-3 персон. Но это всегда будет светским мероприятием. То есть простым смертным туда не попасть? Да нет, конечно. А смокинг у вас есть? Нет. Без смокинга не пускают. Мы купим, если надо быть. А у вас хватит денег на смокинг? Ну, когда наши врачи будут хорошо получать, тогда, наверное, хватит. И тогда мы пойдем на этот бал. А я не думаю, что надо делать для вип-персон такие балы, понимаете? Потому что у вип-персон свои развлечения. У них есть свои закрытые клубы, свои закрытые базы отдыха, куда, в общем-то, люди посторонние практически не пускаются. Если пускаются, то только по персональному приглашению. По специальному приглашению на венский бал приехал экс-мэр города Вены Хельмут Цильк. А вот столичный мэр Лужков средь шумного бала замечен не был. Впрочем, ночная светская жизнь доступна не только богатым и знаменитым. Грань принадлежности к тому или иному сословию стерта. Встретить человека по одежке порой уже невозможно. Отличить девушку, живущую в общежитии, но обладающую как бы хорошим глазом и хорошим вкусом, от дочки олигарха, вот так вот на расстоянии 5 метров, сейчас стало уже очень трудно. Мегаполис диктует свои правила жизни. Москва давно развлекается в основном тогда, когда уже далеко за полночь. Клубы, рестораны, кафе и казино манят иллюминацией огней и красочной рекламой. Центр притяжения – улица Тверская, районы Замоскворечья, Чистых прудов. Только здесь можно стоять в пробке в то время, когда куранты бьют 3 часа ночи. Ощущение пира во время чумы возникает у любого российского гражданина, у которого еще имеются остатки совести. То есть, глядя на то, сколько денег прожигается в Москве, прожигается дотла на, в общем-то, абсолютно праздные, пустые вещи. Артемий Троицкий, автор знаменитого тусоводителя по Москве, утверждает, что по части развлекательной жизни Москва сейчас находится на втором месте в Европе после Лондона. Вот только размах у российской столицы уж больно специфический. Как живут маленькие российские городки, как живут даже бедные областные центры, где вот эта Москва, это даже не как Америка, это просто даже не как Марс, это как четвертое измерение. На самом деле становится очень грустно. С другой стороны, это тот процесс, препятствовать которому абсолютно невозможно, с одной стороны. А с другой стороны, это процесс, который рождает совершенно определенные амбиции. Андрей Протасов, тем временем.